Жесть какая, как раскалывается голова! Аня, это ты? Саша, что с нами произошло? Как мы здесь оказались? Блин, у меня руки связаны, и голова так раскалывается. Как связаны? И у меня тоже! Что это вообще за шутки? Здесь кто-то есть? Ау, помогите! Кажись, Ань, мы здесь одни, никого нету. И вообще какие-то это не шутки. Мы же были дома, собирались идти в магазин, а потом вообще ничего не помню. Не думала, что я это скажу. Ну давай не будем паниковать и попытаемся хоть как-то разобраться. И как ты предлагаешь разобраться с завязанными руками? У меня же есть с собой пилочка. Мы сможем порезать веревки. Отлично. Где? Смотри, у меня в заднем кармане есть пилочка. Попробуй достать. Ты можешь не шевелиться. Я не шевелюсь. Давай уже быстрее. У меня сейчас нога затечет. Давай. Получается? Вот она. Поймал. Вытаскивай. Всегда знала, что она пригодится. Давай, попробуй распилить веревку. Получается что-нибудь? Это не так удобно. Ну понятно, что неудобно. Ты можешь не шевелиться и говорить поменьше. Я тебя подбадриваю. Давай, пили. Пилю. Саша, у тебя точно получится. Фух, свобода. Ну давай, теперь меня освободи. Да, минуточку. Ай, аккуратней. Да я стараюсь, что так реагируешь. Да больно ткнула меня. Ну. Давай, все. Фух, с этим мы вроде бы справились, только здесь такая темнотища, хотелось бы хоть что-то видеть. Именно для таких случаев я всегда ношу с собой фонарик. Вот, намного лучше. Где мы вообще? Что это за место? Не паникуй, Ань, давай осмотримся. Старый радиоприемник. Эй, прием! Ау! Сейчас, Аня, я все настрою, не зря же я инженер. Блин, только шум этот. Ничего не работает. Смотри, на будильнике 17:47. Когда мы выходили из дома, было 12 часов. Это мы что, в отключке уже целых 5 часов? Аня, только не оборачивайся. Почему? Капец, за тобой красное огромное пятно. Саш, кто-то просто разбил банку с краской. Ты серьезно? Ну конечно, обычно краской пахнет. Вот, я говорил тебе, зря испугалась. Ничего страшного. Давай, посмотри, что там. Это же шкаф. Правда, не все дверцы открываются. Давай, открывай, может там какая-нибудь подсказка есть. Я внимательно смотрю, но ничего здесь нету, не вижу. Ань, смотри, здесь же тумбочка. Так, как она открывается? Господи, какая старая квартира. Еле 100, наверное. Ну что, есть что внутри? Ничего нету. Может быть здесь что-то еще есть? Смотри, похоже на сейф. Я мастерски подбираю пароли. Думал, проканает и сразу откроется. Ладно, давайте подбирать. Так, 2-2-2. Не подходит. Давай попробуем 3-0. Нет, не угадала. Аня, я знаю такие загадки. Я миллион раз их проходил. Нужно что-то найти. Здесь есть подсказка. Смотри, на часах цифры. Так, 1-7-5. Окей, набираю. 1-7-5. Открылось! Здесь что-то выпало. О, нет, это записка. Ты что-то паникуешь. Давай, может быть, это подсказка. Привет, дорогие друзья. Удивлены? Еще бы, вы попали в нашу хитро подстроенную ловушку. Дело в том, что мы подстроили все так, что именно вас обвинят в краже ожерелья из черных бриллиантов. Вам не удастся сбежать, а если удастся, вы уже достаточно наследили в этой квартире. Так что вас все равно найдут. Что за бред? Только уже не мы, а полиция. И не пытайтесь отдать им это письмо в качестве доказательств вашей невиновности, ведь мы напечатали его на вашем принтере. Хорошего времяпрепровождения в тюрьме. Какое ожерелье? Как они могли нас так подставить? И как узнали, где мы живем? Фу, спокойствие. Давай все сами расследуем, как настоящие детективы. Но мы же совсем не похожи на настоящих детективов. Посмотри, тут же есть одежда специально для этого. Момент. Во, совсем другое дело. Детектив Дабл. И детектив Бабл.
если мы оказались в этой квартире, значит и наверняка ожерелье спрятано тоже здесь. Грамотно мыслишь, коллега, сейчас мы его найдем. Погнали искать! Да, это совсем не похоже на место, где можно спрятать хоть какую-то драгоценность. Именно в таких местах и надо прятать. Кстати, ребята, кто тоже любит прятать свои вкусняшки, прямо сейчас подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видосу. Сервант, как моей бабули. И ракушка, как у нее. Внутри, может быть, что-то есть? Ах, не могу пальцами достать. О, зато море слышно. Раз, раз, раз. Здесь ничего нет. Аня, думай, куда бы я могла спрятать самое важное, что у меня есть? Книжки! Наверняка внутри них есть тайник. Что я говорила? Внутри ничего нету, пустышка! А, была не была, буду действовать своим способом. Открываю все полки, которые вижу. Закрыто! Шляпу чуть не потерял. Где же? Что-нибудь, хоть какая-нибудь подсказка. Саша, ковер! Кто-то что-то всегда прячет за ковром. Здесь нету. Может быть, с той стороны? Очень слабо отдергивается. Ничего нет. Аня, ничего не может не быть. Если мы не найдем ожерелье, нас посадят в тюрьму, а я этого не хочу. Я понимаю, но в этой комнате всего один вход, и то, из которого мы пришли. Кто-то идет. Капец, надо прятаться. Скорее. За шкаф. А я тогда прямо в него. Мамочки, кто это? Как мне страшно. Кто это? Аня, она вроде... Саша, с тобой все в порядке? Ё-моё, я что, в магазин манекенов попал, блин? Чуть душа в пятки не ушла. Сдался тебя я, Пётр! Саш, тут что, потайной ход в шкафу? Аня, аккуратней с дверью! Зачем ты ее закрыла? Блин, тут даже ручки нету. Как я ее открою? Аня, ты чё, детектива вообще что ли не смотрела? Давай обыщем манекен, может быть на нем где-то спрятано. В карманах или одета на шее. Где еще? В рукавах. Нет. Может быть, в карманах джинсов? И здесь ничего нету. Смотри, я выключатель нашел. О, сейчас будет легче. Отлично. Смотри, как работают профессионалы. В этой комнате есть цветок. Проверяем под или внутри. Ничего нету. Ага, лампочка. Для чего-то она точно нужна была преступникам. Эй, что ты мне в лицо светишь? А ну бери, мы с тобой заодно. Ничего не заодно. Так всегда бывает детективы, которых я смотрела. Хорош, Аня, я хочу выбраться отсюда не меньше, чем ты. Давай ищи ожерелье. А может, это ты решил поиграть в детективов? Ты же вчера всю ночь смотрел Шерлока Холмса. Если бы я решил поиграть в детективов, я бы об этом так и сказал. А не придумывал, не устраивал вот это все. А, вот бы сейчас нам кто-нибудь помог. Ну, Ксюша, например. Или вы, подписчики, пишите скорее в комментариях, где вы думаете спрятано это ожерелье. Включи магнитофон, может там есть какая-нибудь подсказка? Точно, не просто же так он тут лежит. То, что вы ищете, спрятано в красной комнате. Кстати, ваше время ограничено. У вас осталось всего лишь 5 минут. Красная комната? Да тут все синее! Это значит, что мы находимся вообще не там. Еще и время ограничено, Аня. Давай искать быстрее. Все, ладно, хватит паниковать. Сзади тебя шкаф. Давай посмотрим, что там. Вот черт, Аня. Он закрыт, а ключа нет. Ну а верхняя полка? Подергай ручку. Как ты до этого догадалась? Может быть, это нам поможет? Африка. Это просто альбом с фотографиями. Европа. Южная Америка. Здесь ничего нету. Подожди, тут же не зря лежит карта. Вот Южная Америка, Африка, Европа. Все сходится. Вот, смотри, Африка 2010. 2010. Точно, это координаты. Маланже. Тебе это о чем-то говорит? Пока нет. Ну давай посмотрим следующую. Европа 2012. Европа...
2012. Краков? Америка 2014, это попробуй. Так, 2014. Парагвай! Саша, ты слышал, что у нас времени нету? Ищи, здесь по-любому должен какой-то быть проход в комнату. Саш, ну как мы с тобой не заметили? Здесь же была дверь. А толку от нее? Она все равно закрыта. Точно, снова ни одной ручки. Посмотри. Вообще нигде. И даже с петель ее никак не снять. Наверняка здесь где-то должен быть рычаг, как во всех фильмах. Не подходит. А тут... тоже не работает. Карта, карта, точно, она же не зря здесь висит. Давай попробуем ее сдвинуть. Ну, давай, давай. Дверь открылась, ты просто гений. Неужели мы ее нашли? Это же красная комната. Саша, смотри, кажется, оно ожерелье. Блин, закрыто. Ты слышишь сирены? Это наверняка полиция. Давай быстрее придумай что-нибудь. Ладно, спокойствие, мы же детективы. Сейчас во всем разберемся. Смотри, здесь на стенках повсюду цифры. 1-4-1-4-4. Вводи. Саша, куда вводить? А, вот картинка. 1-4-1-4-4. Нет, не подходит. А что это за буква на потолке? Е? Что это значит? Ладно, Аня, давай смотреть, что еще тут есть. Вот, смотри, какая-то тумба. Неужели закрыта? Нет, просто открывается в другую сторону. Посмотри, тут какая-то золотая фигурка красивая. Ого, чем она мне поможет? Еще книга. Ацтеки Майя. Инки. Может быть, внутри нее есть код? Я так буду ее целую вечность читать. А это что там на верхней полке? Это компас. А ей это наверняка сторона света, ист. Значит, нужно повернуться на восток. Аня, давай, диктуй в цифры, вбивай. 3, 3, 3, 2, 3. Открылось! Ящик открылся! Все, Аня, мы его нашли. Теперь пора бежать отсюда. Ну что, ребята, как вам сегодняшнее видео? Понравилось или нет? Скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на мой классный канал. Всех обнимаю и люблю. Погнали быстрее в полицию. Ставь лайк и подпишись на наш канал.